Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых в России. В Покровский женский монастырь поклониться ее мощам приезжают сотни тысяч человек. Чаще всего святую старицу просят о здоровье. Жителям Славянского района выпала уникальная возможность поклониться блаженной Матроне. И для этого совсем не обязательно было ехать в Москву. Частицу мощей святой старицы доставили 28 сентября в Свято-Успенский храм Славянска на Кубани. И сразу же река из паломников потекла к святому ковчегу. Матронушка, она вообще, говорят, она, ну, людям очень помогает. Особенно вот когда какие-то болезни там или беды, несчастья, это все. Подходила, трижды подходила. А как же, ты же такая святая. Слава Богу, что нам доставили эти мощи. Спасибо, Господи. Блаженная Матрона Московская еще при жизни прославилась праведностью и многочисленными чудесами, совершенными ее молитвами Господу. Святую старицу считают заступницей семьи. Ей молятся о рождении детей, их благополучии, исцелении от болезней. Она никому не отказывает и помогает в самых разных бедах. Еще живя на земле, люди непрерывным потоком шли постоянно к ней за помощью. Как говорится в жизнеописании, как она сама говорила, приходите все ко мне, как к живой. Я всех вас буду слышать, всех буду вас видеть и помогать, как и прежде. И поэтому вот уже с тех пор прошло более полувека, как жила на земле блаженная Матрона Московская. И до сегодняшнего дня в десятках тысяч сердец православных христиан живет память об этой угоднице Божией. В Славянске на Кубани мощи святой Матроны Московской пробыли 4 дня. Двери Свято-Успенского храма были открыты круглосуточно, чтобы каждый желающий мог приложиться к мощам святой старицы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».